Я рад приветствовать любителей подземелья на канале Домакова, меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Dungeon Shattered Lands. Вы просили поснимать еще хотя бы видосик, может быть несколько или что-то в этом духе. У вас была просьба по поводу продолжения вот этой вот замечательной игрушечки, я решил, почему бы и нет, давайте продолжим, поиграем чутка. А полное прохождение я вам его не обещаю, естественно, пока не надоест, поиграем немножко, повеселимся. Если вы будете так же хорошо смотреть эту серию, как и в прошлую, то, может быть, даже мы пройдем ее полностью, почему бы и нет. В принципе, игрушка интересная, мне тоже нравится. Можно в нее повеселиться. Так. Куда нам идти-то? Давайте пойдем к боссу. Ты не готов. Ты как Иллидан прямо со мной разговариваешь. Так, давайте посмотрим. Процесс сильная. Да, сложно будет нам проходить, наверное. Это сильная пати, 15 этажей. Награда какая-то книга. Книга знаний, наверное, да? Книга знаний. А это что? 20 этажей. И у нас 20 этажей. Обычная сложность и дадут денег. Давайте пойдем туда, почему бы и нет. Загрузка. Подсказка номер 10. Сдави со всех монстров на этаже, нам дадут. Нам что-нибудь дадут. Нам дадут какой-нибудь ништяк, насколько я знаю. О, смотрите, появились какие-то штуки интересные на земле. Я уже толком-то и не помню, что это такое. Давайте посмотрим. Урон герою 2 вызывает кровотечение. Спасибо, не надо. Но что я точно знаю, это то, что когда пройдет 6 ходов моих, да, вот я 6 клеток открою, эта клетка исчезнет. Ну, ну, видите, уже 5. И это тоже, кстати, это что-то положительное, наверное, да? Сила следующего удара героя увеличится на 15% и 5% за каждый героический заряд. У нас героических зарядов вообще по нулям. Зато у нас есть раб... О, хлебушек, у нас есть хлебушек. Хлебушек. Теплый хлеб наполняет подземелье ароматами заботы и любви. Плюс 2 к запасам еды. Ну, ребята, забота и любовь — это прекрасно, мне кажется. И тем более в холодном-то подземелье это самая радость. У-у-у. Бедняга до сих пор злится, что не смог повеселиться на собственных похоронах. Такой чувак, я не знаю, как он вообще в этот гроб поместился. Защищает других существ, принимая урон героя на себя. Может быть подкуплен счастливой монетой. Блин, ну это вообще какой-то лютый. Чувак, смотрите-ка, мы его фиг, наверное, проколотим даже. Давайте бомбами его гасить, почему бы и нет. Эй, ты пес, на. Так, устойчивость. А от такого устоишь? Святой урон. А уязвимость? Пожалуйста, к святому урону у него уязвимость. О, нет. Ага, не защитил. О, кусака. Кусака. Цапает всех, кто подходит рядом. Избегайте открытых клеток подземелья вокруг него в течение 5 ходов. И тогда он уйдет. 5 ходов надо, короче, не трогать, да иначе косака нас просто загрызяка сделает. Давайте-ка я вот это использую и попробуем сейчас атаковать. Ну там 6 единиц. Я как вроде бы арбалет обещал дальние атаки. Но я, наверное, могу просто дальние цели мочить. Например, кто-то там где-то в центре открылся какой-то кубик, да я могу открывать. Отлично, усиление. Интровертный слизень. Он как маленькая вселенная, целый мир. Живой бульон жизни, хотя в данном случае смерти. И топор в голове. Шикарный просто монстр. Наносит единицу урона всем, когда атакован бомбами. Предсмертный хрип отравляет соседние блоки подземелья. Так, у него только один соседний блок. Отлично, заберем вот это. О, ключик. Шпенг, шпенг, шпенг. О, суперский. Так, нам надо теперь только его укокошить, да? Укокошим, ударом смерти. О, смотрите, он тоже уязвим. Ах ты, тварь. Он вообще меня по нулям спустил, посмотрите. А как так-то? Так теперь смысл, как его, я его убью, я его никак не убью. И сколько у меня это будет висеть? 2 хода будет висеть. Живущий неподалеку дракон заполняет все подземелье своими газами. Урон от огня увеличивается. Будьте осторожны. Открывай соседние блоки, чтобы рассеять газы. Отлично. Так, газ рассеяли.
Это что такое? Урон герою. Нет, сразу даже можно дальше не читать. Урон герою, это все плохо. За каждый сожженный героический заряд. Мыши. Но мыши-то не страшно, мыши-то хорошо. Шмяк. Шмяк. Прихлопнули мышь. Тахта мышь, мышь. Опа. Зомби. Зомби интеллигент. Есть твой мозг с грязными руками? Ни за что. Для этого у него есть вилка, которая воткнута у него в голову. Походу он, кстати, свою руку обглодал. Укус 25% шанс вызвать кровотечение. Увеличивает свою силу, когда гибнет другое существо. Ага, значит его надо первым убивать так-то, да? А тальда ты как? Ну наверняка плохо, он к огню вообще идеален, я уверен. Да, там практически урона нет. Кусь, кусь. Кусь. Блин, да как тебя бить-то? 28 хп. Еда. Нас, кстати, нормально накармливают, мне это нравится. Все, был последний монстр. Что тут? Мешочек. О, отлично, бомба. 26 хп, кстати, ребятки. И нам еще перить-то, мы только на втором этаже. Только третий этаж, а нам 20 надо протопать. Кто сказал, что здесь будет легко? Ты удачно вляпался в переключение, и он... в переключатель, и он активировал древнего голема-защитника. Голем бросает камни на головы обнаруженных противников. Это, кстати, очень хорошо. Если враг какой-нибудь... Ну, тут вряд ли, наверное, будут такие дохленькие, которого бы он смог убить. Кстати, босс. Надо убивать. Так, нам дали предмет. По-моему, дает, да, одну единицу урона, но зато забирает 10% хп. Ну, ничего страшного, мы как-то перетерпим, да, зато получим больше урона. Ну, дадим, точнее, если будем давать по 3 теперь единицы будем бить, это очень хорошо нам поможет. О, еще камушек. Прям огонь. Шпенг, еще и в меня, главное, тоже. Вот это отстой, конечно, в меня это плохо. Ага. Получи по башке. Что у нас тут? Тут не шиша. Просто фигулю. Так, а в него бомбами можно кидаться? Я что-то не помню. Наносит единицу урона всем, когда атакован бомбами. Бомбами. Ну это одна единица урона, а у него он 2 наносит. Так что в любом случае я в выгодной ситуации. Ага. Блин, только вот единственное, что я больше сходить-то не смогу, да? Но зато могу ударить. Черт побери. Блин, ну что ты тут, мышь? Да ну вас нафиг, я пошел. Как с вами драться там, уконченные. Атакует героя каждые 50%. А, ход 50% точность у него. Блоки подземелья вокруг этого существа крепче обычных. Не может кровоточить. Так, ну у меня вроде как лук, я должен в него мочь атаковать. Пим-пиу. Пиу-пиу. О, мяско. О, пистолетен. Наносит цели 2 до 6 единиц урона. Боеприпасы 3 штуки. Получается, мы можем одним пистолетом пользоваться несколько раз. Шмальнем. Уху, убили. Шмальнем. Убили. Везет пока. Ребята, вы что, издеваетесь, что ли? О, ключ. 2 здоровяка, офигеть. Мне, кстати, шибко-то не дарит ничего там. Никаких заклинаний, ничего. Кто сказал, что здесь легко будет? Я пошел отсюда. Кто-то меня явно напарил. Так, денег, сколько там, что там у тебя есть? Так, у него есть пистолеты. Сколько пистолетов стоит? 8. Так, мне надо набрать у него пистолетов, купить. Блин. Блин, а я еще могу купить? Черт. Давайте это продадим. А это щит, да? Отразить огненную, ледяную, ядовитую и электрическую атаку. 25% шанс. Это неплохой щит, кстати. Давайте продадим. Щит купим. Использовать. И купим еще один пистолет. Мне пистолеты прям понравились. Так, а что тут, кстати, один какой-то у меня там на один выстрел всего лишь? Один же из них у меня на один выстрел, да? Какой?
Так, разобрать. Ага. Ух ты! Прилично дали купить. И поспим, наверное. Поспим пару дней. Даже тройку, наверное, поспал бы. Окей. 20 хп. Может, еще поспать? Еды вроде и хватает. А вот хп нет. Погнали отсюда. Опа. Шмяк. Так, а смотрите-ка, я, получается, его ударил и отлетело. Это, походу, это эффект арбалета, что ли? Я, то есть, ударяю, и в этого тоже летит стрела. Так, что ли, получается? То есть, нам выгодно убивать более мелких. Давайте жмякнем вот этим. Я же, по-моему, к огню наверняка иммунитета нет. Кровотечение, блин, так не хочется. Какая-то штука была, молния какая-то прилетела мне. Нет, только не это. Ну а что делать? О, кусака. Привет. Да сколько вас тут, вы что, ироды, совсем с ума посходили. На! Молот заберем, деньги. О, брусок на броню, отлично. Нам хватает места, да, там хватило нам. Использовать сразу же, броню. На единичку. Ой, я себя чувствую сразу таким защищенным. Прям вообще спасу нет. Где там у меня на 2-2? Ага, шмяк. Убили, отлично. Так, вот ты, я знаю, святого огня боишься. Урон на 4 единицы. Шмяк по голове. Отлично. Единственное, что я за что переживаю, это за то, что эта тварь сейчас же ядом накидает. И что нам потом делать? А нам эту сволочь все равно надо пробивать. Потому что... и типа яду, кстати, придется, наверное. Потому что там где-то ключ. Вот так вот. Ну, блин. Ну, ключик. Ну что, кончайся? 4, я не буду даже дальше исследовать. 15 хп всего у нас. Фонтан черного властелина увеличивает здоровье монстров на 2 единицы в этом подземелье. Да блин, какого бабуина? Черного властелина. Давайте используем супер-мега-выстрел и убьем его. Ха-ха-ха. Шмяк-шмяк-шмяк. Шмяк-шмяк-шмяк. Ух ты. Блин, и этот тоже. Пипец, он вообще же не так жирный. Еще тут на него. На. Так, еще выстрел мне нужен. На. Да че, потеря, вы че сговорились тут, что ли? Так, там кровотечение. Ну-ка, чик-чик по всем. Монеткин. Давайте его тоже. Да, смотрите, я, получается, бью. Но почему-то у него хп-то не убавляется. Что-то бах-бах у него... А нет, почему было у него уже 11? Да, я такой просто думал то, что... Какого у него так много хп? Чем бы тебе еще греть? Вот так нормально. О-о-о, вот это мне надо, это мне надо. Мне сейчас совсем не осталось хп. А всего лишь 7-й этаж, ребят. 7-й этаж... До 9-го еще далеко, блин, еще ты здесь. Я пошел. 11 хп там у вас сносить. Хотя там 3 удара, да, всего лишь сделать. Он по одному хп все лишь меня сносил. Ну ладно. О, сразу ключ. Ходячие, точнее парящие... Концерт с вокалом и ударными уничтожает твою веру в прекрасное. Ах он тварь! Призрак. Смотрите, что самое интересное, главное, это же призрак, да, он должен быть нематериальный вообще, да, на нем материальный предмет. Ну ладно. Не может кровоточить, сопротивление оружию поглощает одну атаку. Пересмертных не понизить настроение героя. Нет, нам не хочется поднижать себе настроение.
Мы хотим ходить веселые. О, у вас тут сколько. Походу, я тут какой-то улей разворотил призраков. Я пошел. Так. Точность снижена на 20%. Использую фонарь для рассеивания тьмы. А у меня фонаря-то нет. Я бы, может, и рад был использовать. Привет, дед. Как дела твои? О, кусака. Еще кусака. Монетка. Всего лишь одна. О, блин, тварь, закрыл мне. Смотрите, предмет. Я так хотел взять. Ну да ладно. Уже поздняки метаться. Блин, вот это жесть. Это просто жескач. Так, еще тут можно открыть. О, давайте удачи. Я пошел. Там слишком много опасных врагов. Так, давайте, у нас 280 денег. Даже уже 310 денег. Давайте посмотрим, что мы можем купить. Есть бомбы. 5 штук мы можем купить. Есть щит, но щит у нас и так есть. Давайте купим бомбы. Бомба, 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 бомбы. Отлично. Огненные, кстати, лучше всего практически действуют. Ну, в большинстве случаев, по крайней мере. Можем, кстати, купить и этих бомб. Купить, 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 купить. Все, давайте удачи. А то что за пойло, кстати. Следующий удар героя будет критическим. Шанс уклонения увеличивается на 50%. Опьянение. Ну, короче, получается, это баф, да, я себе бафаю. 4 есть у меня еды. Давайте потратим 2. И пойдем. Ну, 24 хп, в принципе, неплохо, да, мы держимся. Опять, опять темнота. Так, и вот эта скотина. Наверняка на скелетов хорошо. Ага. Ну, придется так добивать. Он просто истлел. Удар по роже. Блин, на 2 хп. И сейчас еще яд. Тут еду отбирает. Тут баф дает. Это что сейчас было? Это что было? Это какой-то божий удар, по-моему, да? Шикарно просто. Господь Бог сам, короче, смилостивился. И пробил этого тварь. Просто пальцем раздавил, как таракана. Господь Бог тоже со мной вместе. Вот так вот. Так, вы мне совершенно не нравитесь, ребятки. Умри. О, ключик. Кусака. Давайте удачи. Следующая комната. 14 хп у меня осталось. Чуть совсем нифига вообще. На один выстрел у меня есть. Упади. И, наверное, огнем запиндюрим ему. Опа. Опа, селитра, отлично. Тварь, смотрите, убивать его придется. И он сейчас все отравит. Какие же вы все-таки вредные говнюки. У меня 9 хп. Это молния, да, бьет? Бабах, нету все твари этой. Монетки. О, можно открывать. Тысяч, тысяч, тысяч. Что-то я не шибко-то рад, что я открыл. Тысяч, тысяч, тысяч. И тут тоже я не шибко рад. Так, 12 этаж. Пэнк по всем. Ну и по мне в том числе, конечно. Жж. Так, у меня нет места. Вот это типа что, она молнией бьет или она у нее уязвимость к молнии? Ну-ка, 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 поподробней. А, да, у нее уязвимость на двоечку. Ну-ка, давай падай. Еще мне плохое настроение сразу станет.
Главное, почему у меня должно быть плохое настроение за то, что я убил призрака? Мне кажется, у меня должно быть, наоборот, хорошее настроение после этого. Я такой, типа, радостный и все дела. Такой, о, ништяк, убил призрака. Пойду похвалюсь друзьям. Так, мне крайне не хватает. Что-то, кстати, это надо использовать, наверное, полностью все. На сколько там? На 10. Хо, да я могу вообще кому-нибудь как врезать один раз. Пистолет заберем, деньги заберем. Здесь что? О, здесь заклинание. Так, это единственная карта, которую мы прошли полностью. 12 этаж, и у нас даже... Почему нам попадаются ништяки? Вот там же, помните, какой-то был дед, который нам предлагал шкатулку выбрать. Говорящие головы, танцующие под музыку и так далее, и тому подобное. Какие-то приколы это были. Сейчас что-то вообще ничего нет. Какие-то жесткие комнаты, типа, давайте деритесь. С этими вот такими дебилами, у которых очень много хп. Так, подождите, сколько у тебя? Что-то там к огню и к льду у него уязвимость. Жахнем, конечно же, вначале огнем. Шмяк. Блин, попала тварь, а, все-таки. Так, селитра есть. Берем это. Это что такое? Это не хилит меня? Лечение героя на 2 единицы. Давайте лечить себя. Совсем с хп плохо. Еда. Тут тварь какая-то присела. Так, у него тоже, смотрите, у него на электричество, да? Ой, на лед, точнее всего. Лед что-то там нет, или он льдом наносит. Он, наверное, наносит, все-таки, это все-таки урон написан его. Мы не знаем, как он отреагирует на электричество. Давайте проверим, как же он отреагирует. Как ты отреагируешь на электричество, рожа? Такое, глушануло, походу, да, его? Ноль. У него никакой эффект не пройдет. Нам это не надо. Зато на огонь у него хорошо. А вот огонь мы можем сделать. Создать. Разок. Другой. Давай, создавай. Отлично. Мы создали бомбы. 2 штуки. Ну, 4, наверное, да? Да, совершенно верно. 4 штуки. Жахнем. Колобахнем. Идем дальше. О, ключик. Опять ты здесь. Как вы меня бесите. Я тебе всегда, по-моему, говорю, что ты меня бесишь. Вот так, в кусочки. Нет, 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 нет. Что ж ты поторопился-то, Стася? Да, ну можно похилиться. Но все равно очень мало. Вот я просто по-быстрому хватану клетку. Вот это я зря сделал. Умри. Монетка. Можем, конечно, убить. Опять вы. Так, нет места на броню. Уйди, рожа. Используем. Сколько нам сейчас даст? 3 единицы. Ну, в принципе, неплохо. Но мы, конечно, можем прострелить. Настроение ухудшится у нас. Вот чем плохо. Так, а здесь еще 2 единицы урона. И значит, здесь еще один монстр, что ли? Да ну вас нафиг, я пошел. Такое кидалово просто. Разводка какая-то была сейчас. Еще ты здесь, и ты здесь. О, ключ. Можно будет навалить. Я пошел. Давай, давай, давай. Вот как раз торговец, ты мне-то и нужен. Что там у тебя есть? У него есть какой-то эликсир, смотрите. Что там у тебя за эликсир, что он дает? Меняет местами здоровье и атаку цели. Ага, получается, если у кого-то, например, как у того, например, этого гробовщика, да, у этого гроба ходячего, 12 хп, так у него было бы 12 силы, но очень мало было бы от хп, и мы могли бы его просто заковырять. Да легко и элементарно. Кстати, вот масочка, пожалуйста, давайте купим. Хорошая вещь.
Она настроение мне... мораль героя всегда нейтральна. Получается, я вообще не переживаю за мораль. Вот это что такое? Блокирует одну единицу физического урона. И плюс здоровье отнимает одну единицу. В принципе, тоже неплохо. И плюс 5. Ну, я даже не знаю. Блин, 8, 6. Так, где там у меня ремесло? Создать. Смотри, сколько всего можно создавать здесь, оказывается. Наверное, какие-то еще предметы будут у нас. По созданию. Так, давайте посмотрим. Я бы поменял бы вот это. И после этого можно было бы купить у него щит. Там магический урон, конечно, блокирует. Но этот хотя бы физически будет. И вот это возьмем. Максимальное количество берем предметов каких-нибудь, потому что надо пройти. Я вообще не знаю, как мы пройдем. Смотрите, а предмет-то... Только артефакт теряется, да? Предмет-то не теряется. Получается, ты его не сжигаешь. Окей, на 7. Погнали дальше. Давай, ништяки мне, ништяки. Чего вы мне травите постоянно жизнь мою? Пипец. Ага. Затемнило одного. От 1 до 3 единиц урона. Блин. Не свезло. А это свезло. Я понимаю, что там всего лишь-то, ну, как бы, фигня, да? Нет. Вот это я понимаю. Хопа. Убили мышь. Тут еда, тут кровотечение, да? Все вроде как бы надо. И идти-то некуда. Давайте сюда. Что остается-то? О, серебряная монетка. Еще ты здесь. Если б не ты, конечно, я бы, может быть, еще и атаковал. Но можно, наверное, убить. Хилим себя. Можем попробовать убить. Ну, блин, нет, наверное. Нет, не будем. Нам еще очень много идти. Еще аж 4... О, во, наконец-то, наконец-то. А, какая такая... Это надо помнить, что мелодии надо повторять. Давайте еще. А я ошибся. Подождите, а что? А, тут надо было два раза жмакнуть, да? Вот это подстава. Ладно, уходим. И что-то меня, кстати, еще и забрали. ХП, что ли, забрали? Это ж несправедливо вообще. Опа, убили. Чего вы меня все преследуете? А я что, не выбрал разве? Я же выбрал. Ага. Ох, это святая книга мне, смотрите, досталась. Рассеять активные свойства блоков подземелья. Да давайте так и сделаем, ну их нафиг. А чё только одно свойство-то рассеялось? Чё вот эта вот фигня не ушла? А, активные, наверное, да, которые мы зажгли, то есть там на которых были цифры. Черт подери его, посмотрите, что творят эти твари. Что творят твари. Так, меня же так тоже может убить. Пока мне везет, кстати. Пока меня не попадает. Два урона.
Ну и чё толку-то, я никого не убью этой штукой. Ну иди нафиг, давай, ломай. Придется без еды сидеть. О, блин, где ключ? Пожалуйста, здесь. Фу, все, до свидания. Ну вас нафиг. Уж психи конченые. Голоден. Конечно, голоден тут будешь. Тут только подземелье тут. Ходить тут целыми днями. Ходи, не заходи просто. Сколько тут? 1-2 урона. Убил. Убил. Селитра, отлично. Нет места. Ладно, а потом еще мы сейчас используем где-нибудь. Найдем, куда засунуть селитру нам. Уж эта штука-то нам пригодится. Так. Так, 19. Следующий этаж будет последний. У нас 5 хп всего лишь. Офигеть. Нам надо очень много предметов. Каких-нибудь. Сейчас посмотрим, что у нас есть. А, давайте, мышь, тахтамышь. Умри. Блин, ну ты тварь. Но у него кровотечение, она повешена была. И она погибла смертью храбрым. Храбрые мыши смертью. Так, и ты здесь. Ну капец, ребята, вы что-то мне тут все окружили прям. Так, ну давайте, что, а что тут остается? Берем вот этот вот предмет, мне он нафиг не нужен. Используем. Забираем это, делаем себе ремесло. Использовать. Давай, шпенкс, отлично. Круто, говорит паладин. Он должен говорить божественно. Он же паладин. Кто у нас тут босс? 12 хп, офигеть. И сколько урона? Он 6 единиц урона наносит. Блин, да я же его не убью никогда в жизнь. А нет, убью. Отлично. Ура, деньги. 75 монет. Ну нормально, нормально. Так, я бы не сказал, что круто. Что-то у нас ништяков вообще практически не попадалось на всей дороге. Это прям было, в общем, мега отстой. Один раз попались поющие камни, и все, как бы. Где головоломка? О, это что такое? Да будет благословен твой путь, о храбрый воин. Я хочу поговорить с тобой обо мне. И помочь в твоем путешествии. Помочь, точнее всего. А ты кто? Говорящая статуя. Статуя? Нет, я богиня. А почему ты говоришь через каменную статую? Понимаешь, если мы, боги, говорили бы с людьми напрямую, то люди думали, что сошли с ума. А когда мы говорили через камень или куст, то это не вызывает у них никакого сомнения в нашей силе. Ну да, точно, точно. Ты сказала, что поможешь мне? Да, я так сказала, и я помогу. Я сделаю тебя сильнее и здоровее, но... Есть у богов одна слабость — деньги. Ты мне платишь, точнее, делаешь пожертвования, а я тебе помогаю. Ну да, у нас церковь тоже такая же. Согласен, им тоже нужны деньги. А зачем тебе деньги? Ты же богиня. Ну это сложно объяснить смертному. Содержание моих статуй, дворцов и служителей недешево мне обходится, верно? А не проще, чтобы их не было. И тратить не надо. Помогай всем и всегда, как и я. Смертный, тебе не надо понимать, что нет веры, нет и богов. А теперь иди смотри, иди с миром, и пусть твой путь будет благословенен. Блин, капец, в конце брагадагада получилось. Так, давайте посмотрим, что от нас требуется. 15 единиц древнее благословение увеличивает здоровье героя на 20, аж офигеть. Благословение мощи увеличивает силу героя на 1 единицу, действует один поход. Получается, я могу 3 улучшения взять у этой статуи. О, сундук. О, ключ. Открывает подземелье босса. Это мы, получается, коровину можем к этому идти, да? Шикарно, блин. Кузница. Чего мы можем проковать за свои гроши? За 300 денег, кстати. Давайте посмотрим, что по броне. О, как раз броня. 350. Черт! И не продать же ничего, да? Вот вообще поворот событий. А я не могу этот меч продать. Ну так-то он там, я платил вроде за него. Арбалет, он что-то так себе, по-моему. Ну да, я бью на дальнюю. Тут есть сильный выстрел какой-то. Ну и по другим врагам тоже есть шанс ударить.
Ну, че-то как-то так. Броня нужна. Ну, в любом случае, ребят, думаю, стоит остановиться нам, да, посмотрели мы, повеселились немножко. Я думаю, что если пойдем, вот, конечно, за этим вот челдобреком, я обязательно усилю себя, вот это, прямо сейчас, этой статуи, на 20 хп и на одну атаку. И пойдем потом воевать уже за вампира. Надо же вампира добывать. Вот. Ну и на босса тоже можно было бы сходить. Не забывайте ставить, комментировать, делиться и подписываться. С вами был Станислав. Всем спасибо за внимание. До новых встреч, друзья. Всем пока.